«Мы выбираем жизнь». По таким названиям проходит ряд встреч сотрудников наркоконтроля с молодым поколением Димитровграда. Очередное такое мероприятие было посвящено беседам с ребятами о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Сотрудники службы наркоконтроля показали школьникам фильм о наркоманах, а также рассказали о последствиях наркозависимости. Целью таких мероприятий с ребятами является формирование негативного отношения к немедицинскому употреблению наркотических средств, формирование здорового образа жизни.